Всем привет, ребята, с вами Лего, и сегодня мы будем играть в Secret Neighbor. В общем-то, как достать соседа, такая была игрушка у меня, там тоже была на канале, здесь сделали какой-то такой мультиплеер, что ли. Давайте посмотрим, что тут надо делать. Я теперь стул. Короче! А почему я стул? Ты кто, Чилд, да? Да, да, да. Вот, тебе нужно найти ключи, искать их нужно в доме. Пошли со мной, так, сейчас будем. Так, красиво. А так игрушка вообще прикольная, да? Ну да. А как ты получил ключ? Розыгрыш был. Понял. Ну давай тогда я прям вот сейчас стартанул запись ролика, и ты, лох, объяснишь нам, как катать в это. Да, давай. Давай. Так, в общем-то... Короче, так, давай. Надо найти ключ, если ты играешь Чилд. И тут есть две расы, Чилд и сам Neighbor. А зачем? Я выпил молоко. Зачем молоко выпил? Молоко, оно дает силы. Ты будешь лучше кидать предметы. Вау. Типа, ну, тут много есть. Тут есть молоко, есть батончик. Вот на батончик. Держи. Оно, ты будешь быстрее бегать. Так вот, есть две расы. Сосед и дети. По логике нужно детям сбежать от соседа. То есть кто-то из нас есть сосед. И он может превращаться в детей. Вот. А детям самим надо найти ключи. И открыть дверь. Вот так. Понял. Классно, понял. Конечно, да, короче, мы дети. Мы должны искать ключи. А есть Neighbor, который за нами охотится. Да, малой? А если я попаду... Да. А если я попаду малому... А я могу спрятаться в ящике? Не могу, нет, да? Нет, ты можешь... И тут есть шкафы, в которых ты можешь... Они закрывают дверь. А, типа стульем я могу закрыть дверь против нашего соседа, да? Да, вот, надо стульчик. Давай. Так, подарочек, вот он. Давай. Взял стул, погнали. А, всё, ну ты малой вообще крутой, да? Нравится. Ты долго уже в нее катаешь? Да, давно, я еще как только она вышла, игра в нее. А когда мы увидим соседа, будет очень страшно? Чувить соседом. Ну, потом посмотрим, короче. Так, да, вот, закрыть я стул. Ой. А он слышит, как мы разговариваем? Да, он все слышит. А почему? Превращаться в человека. Вот ключик, подбери ключик. Смотри. А если он нас ушатает? Ну, мы проиграем, тогда придется следить. Не вижу, не вижу, отойди, отойди, братан. Вот. Все, нашел ключик. Да, вот, пошли теперь, давай, пойдем к двери. А если он нас поймает, как бежим? Как действует, когда мы его увидим? Ну, придется от него убегать. Вот можно даже стекла разбивать. А мы сможем от него убежать? От него? Ну да. У него есть всякие разные способности. А что так страшно-то? Капканы. Есть ВХ, можно так сказать. ВХ есть даже? Он может нас увидеть и может закрывать двери. Такие, знаешь, решетки такие. Да-да-да, понял, понял. Вот. Есть у него еще это, может превращаться, например, в тебя превратиться. Прикольно. Сосед будет дагомплеем. Дагомплеем, да. Так, а мы сейчас куда ключом несем? А ты откуда знаешь мой канал? Вот сюда надо ключ поставить, вот. Желтый замок, как раз желтый. Вот, ух ты, красота. Красный, синий и желтый. Да-да-да. Короче, мы ищем ключи, а он спрячет в нем какой-то секрет. Да-да-да, именно так. Это же секрет Neighbor. Я играл, проходил ту, которую просто ты против соседа играешь. А тут мультиплеер получается. Да, тут все мультиплеер. Прикольно, а карта только одна? Карта? Ну, пока разрабатывается карта, как я понял. А вот если мы сейчас увидим соседа, куда убегать будем? Ну, будем как-то убегать, там неизвестно. Он с одного раза убивает? Он может тебя поймать, может тебя, дети еще, да. Вот, он может тебя поймать, и дети могут тебя спасти, а точнее оглушить. Понял. Вот, короче, так. Понял. Наша задача тупо искать ключи. Но я, малой, буду с тобой только искать. Мне страшно одному. Тут такая музыка страшная. Не, ну ты не забывай, я тоже могу быть соседом. А, да? Да, тут всем. Еба! То есть ты мне рассказываешь, короче, и мне помогаешь ключи искать, а вдруг ты сосед? Да-да-да. Еба! Страшно, выключай тогда.
А ты честно скажи, ты сосед или нет? Вот только тихо. Да, давай. Да, я никому не скажу, только меня давай, не убивай. Я тебе покажу. Ой, блин, давай, прыгай ко мне, я тебе покажу функции соседа. Смотри, вот такой вот сосед. Ты реально... Громко! Громко очень! Не слышу ничего! Сейчас музыку надо как-то вырубить. Да, давай. А как выключить музыку, чтобы так не было громко? В настройках. Тип, здорово! Покажи, как ты умеешь. Покажи это! Покажи это! Кастрюля, она тебе дает шанс. Тебя не могут отключить один раз. Вот. Но она уже сломана, да? Она уже сломана. Да. А он убежал, что ли? Ой, я его убил. Точнее, захавал. Скушал, кстати. Так. Мейн Волуми. В принципе, ты понял, в чем смысл игры. Так. А прикольно будет что-то, когда я, допустим, как это объяснить-то? Ну, в конце, типа, мы увидим, когда мы откроем все твои двери, что там будет. Ну, давай откроем дверь, я тебе покажу. Давай искать ключи. Я не буду тебя давай. Открывать. А нет, так, ты других так, мочи. Так. Ты других мочи, очень интересно посмотреть. Mm-hmm, а получается, ты можешь делать капканы, и они на них наступают, и им да, плохо, да? Да, много способностей у соседа. Сосед может превращаться в подарочек. Сосед может... Нормально. Сосед может превращаться, например, в других людей. Вот я могу стать тобой. Но у меня прикольно. Пока способностей нет, там надо выбирать. Ну, на самом деле, страшно так, ты эпичненько. Дом большой, да? Да. А вначале да. Никто не знает, кто этот сосед, да? Да, никто не знает. А ты также можешь есть, пить, как мы, да? Да, я все могу. Вот, синий ключик есть. А мы можем тебя завалить? Да, вы можете. Есть ружье, кстати, вот. Подобрал ключик, да? Вот, да. Есть ручей, я могу показать вам сейчас его. Давай. Сейчас такого надо найти. Я знаю места, где оно есть вообще. Ты уже тут всю карту вдоль и поперек изучил, походу. Да. Я тут такой профессионал. Капец, здесь вспотеешь все искать. Рили, вспотеешь. Он взял малого, убил. А как... Ты где? Да я тут. Я. Гуляю. А где другие малые? Других малых не видать. Слушай, а ты же можешь перепрятать ключи, это же жесть. Он меня пока не слышит. А чё стена стала? Так, видел малого. Да, hello, my friend, hello. Страшно, вырубай. Все соседы. Я, говорит, могу быть соседом, по секрету, говорит, тебе скажу. Я уже затерялся в этом доме. Где тут и как вообще использовать ключ? Я не могу найти эту дверь. Это очень тяжело и страшно. Это реально страшно. Он что-то заюзал. Нам хана. Пошел вон. Я буду смотреть, как тебя будут убивать. О-оу. Ебать. Он сожрал его. Он просто ушатал его. Малой, ты тут? Да. Я видел, как ты его ушатал. Я в ящике был. Так, остался желтый ключ. Смотри, какой ты нашел этот PSP, Nintendo. Да, то просто вещи.
Скоро, что-то... я скорее всего, мы с другом думаем, то, что скоро можно будет через камеры перейти. А что такое кроу-маркет, типа вороны какие-то были? Эти вороны, мой друг объяснил, то, что это ключи. Вам показывается, где ключи. А где мне синий активировать? Я уже потерялся, где дверь. А синий не нужен, там желтый нужен. А, не нужен? Да. Вот красный, но красный не нужен. Вот, даже кто-то упал, ты можешь спасти. То есть, если кто-то упал там, или... Ага. Так, мы спасем его, конечно же. От души спасли. Покатили дальше. О, привет. Покажи ему, как надо. Вон он впереди. Вот он впереди убегает. А ты откуда знаешь про мой канал? Я сам тебя смотрю. Куда этот сладенький убежал? Вот, смотри, у меня еще вот такая штучка есть, это ВХ. ВХ? Можно так сказать. ВХ. Понял. Вот желтый ключ осталось найти. Тут в доме спотеешь искать эти ключи, нереально. Ну да. Тут еще время дается, можно поменять время. А за время... Вот он. Да, спасибо. А почему я туда не могу открыть? Я открыл, только я. А если бы... А как я должен был сломать твою эту штуку? Да никак вроде. А как я тогда зайду сюда и заберу ключ, когда закрыта решеткой? Пошли, все, давай откроем дверь. Ну-ка давай. Первая была пробная игра. Вот, видел, ты тут открываешь, закрываешь. Это же жесть. Кабздец. У меня вот этот ВХ открывается. Вот, давай. Можешь открывать. Хоть все, посмотрим, давай. Что там будет. Ага, понял, все? Короче. Я понял, да, в чем фишка. Блин, ну это тяжело на самом деле. Нет, ты... Это легко, как кажется. Мне кажется, ты при помощи ВХ всяких ловушек... Спокойно, получается, можешь, как его, ну, захватить типа, и все, он умер, и он его уже не воскресит, он может выливать из игры, да? Если играть вместе, это будет так. Легко. А, то есть, когда ты его поднимаешь, я должен в него предметом кинуть, да? Да. Можно в соседа кидать предметами, он тебя поймать тогда не может. Все, понял. А вообще, людей много играет? На самом деле, когда была прошлая альфа, много играет. А сейчас не у всех есть ключи, поэтому мало кто играет. Ну, я тогда под этим роликом оставлю один ключик в комментариях. Кто быстрее заберет, тот и красава. Ну да. Вот. А если нужно твоему еще какому-то другу, я могу второй ключик подарить тебе просто так, за то, что ты мне помог. Ну, как хочешь. Ну, ты мне напиши ВКонтакте тогда, что ты лох. Хорошо. Так, чит. Так, давай тогда сделаем так. Мы сейчас закончим эту первую серию. Если ребятам понравится, мы уже отыграем следующую серию чисто как надо. И как раз-таки во вторую серию я возьму тебя. Ты мне сейчас ВКонтакте как раз напишешь, мы вместе можем списываться и катать. И ты, я так понял, ты как самый жесткий пацан, да? Ну да. Ну все, ребят, подписывайтесь на канал Лего Плей. Скажите спасибо лоху. Он показал контент этой игры, поэтому мы можем снять второй ролик, типа как катать. Все, ребят, всем удачи и всем пока-пока!